Вижу мир. Интересные факты. Аргентина. Аргентина стала первой страной в мире, в которой для определения виновности человека была использована дактилоскопия. В июне 1892 года аргентинский криминалист Хуан Бучетич сравнил отпечатки пальцев Франциски Рохас, обвиняемой в убийстве своих детей, с кровавыми отпечатками, найденными на месте преступления. Они совпали, и вина женщины была доказана. Аргентина является родиной Диего Марадоны, величайшего футболиста в истории. Марадона – единственный спортсмен в мире, имеющий свою религию. Он завоевал такую степень идолопоклонничества, что в его честь многочисленными поклонниками была основана церковь Марадонианы, куда входит около 60 тысяч человек. По количеству психиатров Аргентина занимает первое место в мире. Название страны происходит от латинского слова «аргентум», что в переводе означает «серебро». Первые европейские переселенцы считали, что Аргентина богата серебром, однако этот слух не подтвердился. Поделись этим видео с друзьями и не забудь подписаться на канал. Будьте осторожны при просмотре. Подписавшись на канал, вы рискуете узнать любопытные факты.